Эй, красотка, налей-ка мне кружечку эля. Держи, странник. Это вы хозяйка этой таверны? Да, она досталась мне от моих родителей. А откуда вы к нам прибыли? Из соседней страны. Мне так понравилась ваша, что я даже подумываю остаться. Совсем недавно все было иначе. Если бы не... Если бы не... Что? Это очень долгая история. Я никуда не тороплюсь. Хорошо. Тогда я расскажу тебе. Дороги сплелись с тобой, клубок влюбленных змей. И от дыхания вулкана в туманах имеет крыло. Ну все, я пошел. Постой, возьми его. Что это за меч? Это меч твоего отца. Он выручит тебя в трудную минуту. Береги себя, сынок. Я не пропаду, мам. С дороги! Ой! Вот ты и попалась! Быстрее лови ее, придурок! Ну как скажешь. Что тут вообще происходит? Отстаньте от меня! Не трогайте меня! Я спасу тебя! Смотри, у меня даже меч есть! Мне вообще-то не нужна твоя помощь, тупица! Хватит разговаривать! Ты у нас сейчас получишь? Ну вы сами напросились. Оп, твою мать! Это что, магия? Но я думал, что магия запрещена. О чем ты говоришь? Ну как же? После жестокой войны с магическим орденом король издал указ, по которому любое проявление магии в стране запрещено. Но я ничего не знаю об этом. На моей родине всегда пользовались магией. Не было такого дела, в котором бы нам не помогала магия. Это удивительно! Не думал, что магию можно использовать в мирных целях. Теперь ее некому использовать. Мою деревню разрушило войско Черного Короля. В живых осталась лишь я одна. А теперь мне совершенно некуда идти. Я иду в столицу. Ты можешь идти со мной. Тебе не затруднит мое присутствие?
Ты что, вдвоем даже веселее! Цель вашего столь позднего визита в крепость? Мы пришли, чтобы найти работу в столице. Это очень хорошо. Городу нужны рабочие руки. Проходите. Поднять ворота! Наконец-то! Как же здесь красиво! Я никогда не видела ничего подобного. Не хочет ли молодая пара отдохнуть и вкусить благ в жилище старика? За умеренную плату, разумеется. Нет, мы не молодая пара, мы вообще не знакомы. Да, точно, я эту сумасшедшую едва знаю. Эй, это уже обидно. Хм, милые бронятся, только тешатся. Ну так, что насчет жилища?